Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, и задают мне постоянно вопросы по поводу нашего раздела на сайте 9.2 «Аудиопсихокоррекция». Интересуются, и это не может не радовать, интересуются обычные простые люди, не психологи, не коллеги, а именно простые люди. И это правильно, потому что именно этот раздел предназначен не для специалистов в большей степени, а для людей, имеющих и испытывающих какие-то проблемы. В настоящем видео вы услышите кусочек фрагмента аудиофабулы под номером 3.0014. Стремление актуализировать у себя, почувствовать, стремление быть здоровым, ощутить себя здоровым и полным сил, быть здоровым и не болеть, не думать, уйти от навязчивых мыслей по поводу неблагополучного физического состояния. Вот это самая аудиофабула, ее содержимое, оно гораздо шире. Оно, если говорить в текстовом эквиваленте, это где-то порядка полутора-двух страниц, полторы страницы, грубо говоря, определенных аудиофабул. И самое главное, то, что мы с вами сейчас видим на экране, это аудиофабула, записанная, она содержит внутри себя определенные частоты, определенным образом воздействующие на человека. И именно по поводу стремления актуализировать состояние благополучия, состояние здорового мироощущения, себя как здоровым человеком ощущать. Вот такие вот вещи. Отвлечься от каких-то болезненных, навязчивых мыслей и так далее. 3.0014. Давайте мы ее послушаем, маленький кусочек. Это не вся будет фабула, то есть как бы до конца общая ее продолжительность составляет 9 минут, а вот кусочек мы ее прослушаем. Вот так, дорогие друзья, выглядит эта аудиофабула в графическом исполнении. Другими словами, классическая музыка, но внутри этой музыки зашиты, прошиты определенного рода частоты, очень интересные, очень необычные, именно воздействующие на человека. Это не слова какие-то, там еще что-то, это не аудиотренировка и так далее. Тут речь идет именно в этом случае, в этой технологии, речь идет о определенных частотах, звуковых частотах. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Еще раз повторюсь, актуализация своего здоровья, стремление не болеть, отвлечься от каких-то болезненных переживаний, навязчивых мыслей, связанных со здоровьем, облагородить, улучшить свое мироощущение в плане ощущения своего тела, своего самочувствия и тому подобных вещей. Собственно, на этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.